устав сижу. Пришли, а тут закрыто. Завтрак. Моя самая любимая часть еды. Иди зови Гришку. Себе сделала яичницу с помидорами. Делаю себе уже не первый раз. Она такая, знаете, мелко порезала помидоры. И прям такая, как будто, не знаю, намазка на хлеб получается. Вот сейчас хлеба для тостов нет, но я бы сделала себе еще тосты. Кофе с молоком. Дети попросили гренки. Афоня их с молоком гренки. Антошка с компотом. Ну что хочу сказать. Сейчас уже 10 часов. Сейчас покажу, что я сделала за это время. Для того, чтобы это все сделать, нужно убрать подальше телефон. Я помыла эти три окошка, потому что они, конечно, были очень грязные в паутине. Вот три. И начала уборку в палисаднике. Обрезала там розы, пионы. Начала полоть. В общем, сейчас уже 10 часов. Пойду варить обед, борщ. Вот как выглядит теперь мой палисадник. Розочки пообрезала. Завтра продолжим. Так что вот, если бы был рядом телефон, я бы стопудово ничего за это время не сделала, потому что телефон, конечно, меня отвлекает очень. Так, отметим, обедаем. Я приготовила борщ без зажарки, но там в бульоне немножечко свинины. Отмечала. Да, и я тут еще купила помпушки. Григорий, положи хоть помпушки. И вот такую вот огромную сметану, просто большущую банку, сколько здесь, литр, наверное, потому что малина началась, и хочется малину со сметаной, в общем, будем есть. Афоня, ну как, борщ? Афоня боялся есть помпушки с чесноком, да? Говорит, а они жечь не будут? А они печь не будут, а огонь не будет. Да, Афонечка, ты сейчас балуешься. Ты заметил? Покажи свои зубы. Да-да-да. Ой, сижу вот такая вся не очень счастливая, потому что мы вообще должны этот вечер были провести на свадьбе. Но что-то пошло не так. И мы остались дома. Дети так хотели поночевать у бабушки, не поночевали. В общем, такой вечер не очень приятный, но бывает. Я даже пряники на свадьбу сделала. Блин, сейчас их съем реально. Как-то немножко неприятненько. Мои платья купили, подарок приготовили, поздравления. В общем, но... Но что-то случилось. Не буду говорить, что. Вот. Даже толком ничего не снимала, потому что когда я делаю пряники, это все, я вся в процессе. В общем, вот это вот такая маленькая коробочка. Купили даже кнут. Хотели поздравлять и кнутом, и пряником, в общем. Ну и деньги, соответственно, дарить. Должна быть коробочка. Вот это уже другой заказ. Вот, но все, пряники будем есть сами, а это на завтра пряники. Ну что, раз на свадьбу не едем, пошла снимать белье и потом развешивать. В общем, вот так вот. Ну как вы тут? Как вода уже нагрелась? Я не знаю, почему ты не среагировала, когда сказала, что я забыла тенцами. Тепло? А? Тепло? Теплая! Теплая. Да вообще. Когда я залазила сверху, такая, нету сапир. А где-то вот такой вот уровень воды был теплый, а где-то вот такой вот оставшийся был холодный. А что я имею в виду, что он весь теплый? Да. Мама,
Гриш, иди покажи, там защелка, да? Гриша хочет продемонстрировать мама, трубку. Угу. Клетки! Мои. Можешь брать. О, о, о! Молодец! Да не заходит вода? Потому что там клапан правильный, да? Гриш, дай мне! Да сейчас он тебе даст. Гриш, дай! Помнишь, как мы в первый раз, когда были в этом... В пикник-клабе. Угу. Мы там были искателями всяких этих безделушек. Угу. Мы тогда, помню, дешевые сережки находили. Браслетики. Ну, да. Всякую хурму. Монетки маленькие. Угу. Ну, теперь я смогу искать. На дно нырять. Блин, а у нас еще заказы это, на учение плавания есть. Да? Яна Ярман. Я рвану очень буду. Вроде одеяна. Стоять! Она легко, она. Я тихо делаю. А может, ты еще что-нибудь вкусненькое? Нет, мы на Вэлберис забрать твои книжки. Пошли, пошли. Да ты что? А. Дети, оставайтесь, наверное, дома. Мама сама сходит, хорошо? Ну, это надо накачивать, я не хочу. Мам, ты вперед. Ты не доедешь, там очень много камушков. Фоня тоже на велике. А мы все на велике. Мам, да. Смотри. Так даже проще ездить. А еще могу... Афоня пошел оставить велик и переобуться. Ну подожди, Афоню теперь надо подождать. Иди. До люкса туда. Там возле люкса. Поставил? Поехали. Вернее, пошли. Не знаю. А, вышли мы сюда до поля. И тут скоро подсолнечник будет свисти. С прошлого года, который... Что? Погладить? Нет, сынок, нельзя. Нет, это не бык, это корова, сынуль. Но у нее же рога есть. Ну и как ты думаешь? Пришли, а тут закрыто. А у нас что? Денежки могу люкс. Нет. Ну, а у тебя занесли? Нет, нет, все. Своя, да? Нет. Ну, Фони, уже идем домой, уже прям нам луна светит, да, сынок? Да, то почти ночь. И почти дом, дома. А то здесь. Да нету здесь. Чего ты это взял? Нет, вон там есть. Вот тут вот есть, да? Ну, могут вообще, да? Но мы их тут не видели. Или ты видел? Я видел одну у папы на работу. Он меня бал. Там... Она такая толстая была. Да ты чё? Да. Да. Мне... Там... Мне... Это я. Иди уже, попукала. Ой, как хорошо, да, сынок? Надо быстрей! Быстрей! Выпивать! Быстрей выпивать, чтобы не поделиться с братанами. Они не знали, что ты мне купила газировку.